Всем привет! Сегодня буду готовить вкусный домашний торт, который не нуждается в пропитке и готовится быстро и легко. Крем можно готовить любой на ваш вкус. У меня топленый белый шоколад со сгущенкой. Для начала смешаем все сухие ингредиенты. В миску просеем около 200 грамм просеянной муки. Туда же вводим 3 столовые ложки какао, чайную ложку разрыхлителя, 100 грамм сахара, ванилин и немного соли. Все тщательно перемешиваем венчиком до образования однородной массы. В другую миску разбиваем 2 яйца, 50 мл подсолнечного масла, 100 мл молока и все взбиваем до образования пены блендером либо венчиком. Вливаем 100 мл кипятка и перемешиваем. Постепенно добавляем муку с какао и перемешиваем. Теперь добавляем 1/2 чайной ложки соды и 1/2 чайной ложки яблочного уксуса. Можно заменить на сок лимона либо лимонную кислоту. Противень стандартный, застелим бумагой для выпечки и переливаем тесто. Выравниваем лопаткой и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут. Готовность можно будет проверить деревянной шпажкой. Дадим коржу остыть и разрежем на 2 части. Обрезаем края для будущей посыпки. На водяной бане растоплю белый шоколад, добавлю немного молока и довяжу до жидкой консистенции. Добавлю 3 столовые ложки сгущенки и все тщательно перемешиваю. Белый шоколад можно заменить сливочным маслом, и тогда уже получится крем более густой и плотный. Корж обильно смазываем пропиткой, сверху кладем 2-й корж и смазываем бока. И посыпаем крошкой, которую приготовили из обрезков. Приготовим глазурь. На водяной бане растопим 80 грамм молочного шоколада. Готовым растопленным шоколадом польем торт. Торт уже готов. Можно подавать сразу к чаю, а можно убрать в холодильник до вечера. По желанию сверху можно посыпать кокосовой стружкой, либо украсить верхушку клубникой. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новый ролик. А с вами я прощаюсь ненадолго, до новых встреч и всем добра!